Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 6 июля. Напомню, друзья, сегодня в своем первом утреннем видео я сообщал о том, что была воздушная тревога в Одессе, были сильные взрывы в области, и предварительно была информация о том, что сработало наше ПВО и сбило не одну ракету. Так вот, информация подтвердилась. Оперативное командование «Юг» сообщает о том, что ночью были уничтожены крылатые ракеты. Сегодня в районе 3 часов ночи военные силы Украины уничтожили 2 российские крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр». Данными ракетами была попытка нанести удар по Николаевской области. Ракеты были выпущены из российской подлодки в акватории Черного моря. Вот такая, друзья, информация. Была попытка нанесения ракетных ударов по Николаевской области, но силы наших ПВО сработали на отлично. И данные ракеты были сбиты. Вот, я сообщал о сильных взрывах в области. В моем телеграм-канале даже есть видео сбития ракеты и звуки, насколько было громко. Поэтому все желающие видеть и слышать, переходите в мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. На данный момент в Одессе, слава богу, все спокойно. Прилетов не было, воздушных тревог не было. Я на связи. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем пока.